Наталья Валерьевна преподает математику в школе номер 15 уже 26 лет. За это время научилась понимать учеников с полуслова, и они отвечают ей благодарностью. Сдают экзамены на хорошо и отлично, всегда поддержат и помогут в организации занятий. Высокие заслуги были отмечены Министерством образования Российской Федерации. На сцене Наталье Валерьевне вручили почетную грамоту. Для педагога ее работа не просто профессия, а образ жизни. Мне очень нравится моя профессия, это моя жизнь. Без этого я не просто-напросто не могу. У меня очень замечательные ученики. На протяжении многих лет мне достались замечательные дети, в том числе сегодняшний выпуск, 11 класс. Я им передаю большой привет, который меня сегодня порадовал, вдохновил на новые, наверное, достижения. Всего номинировали 126 педагогов из общеобразовательных спортивных школ и школ искусств, а также детских садов. Награды федерального и краевого уровня получили 27 человек. Поздравления и слова благодарности учителям выразил исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков. Хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам здоровья, терпения, успехов. Вы учите наших детей, учите наших внуков. Спасибо вам большое. И удачи вам и наилучших пожеланий. В этот день все внимание главным героям торжества. Для них выступали творческие коллективы и солисты. Ученики поздравили по-своему, продемонстрировав мини-фильм с обращением к учителям от старшеклассников. Но и сами педагоги в долгу не остались. Свои разносторонние таланты они показали на сцене. Молодой учитель из 21-й школы вместе со своими учениками исполнила песню. В этот день без теплых поздравлений и цветов не остался ни один учитель. Благодарные ученики несли букеты и в школы, и на вечерние концерты. Алина пришла сегодня поздравить своих учительниц по танцам. Я их люблю, и они мне очень нравятся. Они очень талантливые, они нас учат уже 5 лет. В Анапе трудится 1810 педагогов. Часть из них в спортивных школах и школах искусств, высших образовательных учреждениях, детских садах. Их годовая работа отражена в специальной выставке. Здесь фотографии, достижения и все, чем может гордиться школа. Ведь за каждой победой любого учебного заведения или отдельного ученика всегда стоит учитель. Самое главное, желаю здоровья, радости, удачи. И чтобы мы были настоящими учителями, такими, какими мы есть. Желаю этого же молодым педагогам.